В Ивановском зоопарке можно посмотреть на живых талисманов чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Как известно, символом предстоящих международных соревнований стал волк-футболист по кличке Забивака. За талисман, придуманный студенткой Томского госуниверситета, россияне отдали свыше 50% голосов. Также на звание талисмана чемпионата претендовали амурский тигр и кот. Сородичи Забиваки, полярные волки, молодая пара Кара и Буран, а также самка по кличке Метель, поселились в зоопарке около 3 лет назад. Живут они на территории всей Арктики, приспособлены есть любой корм, неделями могут обходить вообще без пищи и годами живут при минусовых температурах. По характеру волки игривые, общительные, очень выносливые. В зоопарке волков, в отличие от дикой природы, кормят каждый день. И аппетит у них, как известно, отличный. У Метели уже есть попечители. Они оплачивают не только питание, но и находят средства на ремонт вольера. А Кира и Буран пока только ждут, кто же возьмет заботу о них в свои руки. Содержание хищников зоопарку обходится недешево. Каждая особь съедает 3 килограмма мяса в сутки. Это и курица, это и говядина, это и рыба. Мы берем определенную сумму опеки, это примерно около 60 тысяч рублей в год. Если фирма может платить больше, может, допустим, оплатить ремонт вольера или еще там какие-то затраты взять на себя по содержанию волка, это уже решается отдельно. И есть фирмы, которые находят возможность и помогают зоопарку. Зоопарки надеются, что в преддверии чемпионата мира по футболу найдутся спонсоры, которые возьмут в свои руки заботу о животных. Те питомцы зоопарка, которых уже опекают, даже выглядят более ухоженными и довольными. А сосед ворона Глаши по кличке Гоша даже начал разговаривать о сытой жизни. Чаще всего из этого вольера, опекаемого ивановскими блогерами, звучит фраза «Чё не ешь?». Волки, конечно, говорить не умеют, но и не исключено, что они станут предсказателями исхода матчей чемпионата мира по футболу, как это было уже со многими другими животными, например, известным осьминогом Паулем или выдрой Гарри. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.